едем в Грецию. Ты второй раз? Да. И вот мы подлетаем к Греции. Район Салонников. Салонники. Нет, Салонники. Я понимаю, но в Салонике внизу. Черепичная крыша. Вот так мы выехали с аэропорта, движемся по пути в отель. Это очень богатая коллекция, разнообразная коллекция. Там и статуи, там есть и украшения из меди, но больше из золота. Там есть и статуи, и церковная утварь. Ну и это еще коллекция добавленный вход, то есть воспитание, скажем, молодежи, его цель. Вот. Ну и мы тоже молодежь, да, и мы отправимся. То есть вот музей Бенакс, конечно, мы экзонов. Хотя экзоны вы увидите и днем, это не что-то, просто не пускают днем к президентскому дворцу и кабинету премьера мирный процесс. И они там немножко далековато, то есть близко не подпускают к экзонам. А вечером, когда никого нет, вот на расстоянии вытянутой руки, но только у президентского дворца там рядышком получается. Об этом, конечно, я еще напомню, конечно же, в Кене. Вот уже в Микенах, друзья, посещаем музей, там билет стоит 8 евро.
Но с этим билетом мы будем с вами посетим одну из прекрасно, целостно сохранивших. И русский алфавит, конечно, вы знаете, возник на основе устального греческого письма. Поэтому много знакомых букв, правда. Первая буква Псару Таверны вам будет незнакома, но вы ее сразу же запомните, потому что это тризубец. Пси. Тризубец. Псаро Таверна. Вот тризубец. Первая буква, потом А, а потом Р. Все как в русском. Так что никаких проблем. Псаро Таверна. И, конечно, не буду, еще раз повторю, постепенно все переходит в частные руки. Если раньше, лет 12 назад, я говорила, что все дороги в Греции государственные, сейчас, да, они государственные, но они все в частных руках, как не полностью все, но есть участки, да, кирпичная, красноватая, вот, это византийский музей, а рядышком музей 14 больших контейнеров. То есть там, конечно, в Халкидиках можно увидеть руины, а здесь ценности находятся, как самолетик красиво летит. Ведь какое, сколько весит, и он летит, Боже, к чему пришли техника, достижения, прогресс. Вот эти цифры, которые я называю, то есть никаких больше цифр вы кодов не набираете, даже на ваших телефонах. Вот то, что я говорю. 69 47 40 10 52. 69. Звучит замок. Не женат. Ну, сейчас он выйдет, оставь, вон, выйди к людям, слушай. Вообще, конечно, на всех остановках, друзья, нужно держаться вместе. Конечно, есть свободное время, когда вы можете, конечно, прогуляться и в обратном какой-то выбрать себе другой путь. Это все возможно, но всегда я говорю время отъезда отсюда, да? Значит, то есть смотрите на время, чтобы мы были пунктуальны, то есть уважать друг друга и не опаздывать. Которые потом сдаются или используются под разные офисы, кафешки, таверны. Ну и, конечно, дороже идет плата за квартиры, потому что, друзья, за красивый вид всегда надо, вы понимаете, платить. Красивый. С левой стороны красивое здание, 3 года увидите, конечно, через дорогу, лучше его сфотографировать. Справа здесь очень много казней было проведено, и в народе ее называли «башня крови». В прошлом веке решили изгладить темное прошлое этого здания, то есть побелить, хотя вы видите, что она далеко не белая, этот материал просто впитывает в себя это белое, вот. Но получила башня название Левкос Пиргус, что в переводе означает «белая башня». Высота ее 32 метра 90 сантиметров и в диаметре 25 метров. Город Салоники, море. И запах замечательный. Здесь глубоко. Памятник Македонскому.
от Аристотеля, и мужчина, который хотел поменять его победы над персами в 297 году. Чуть-чуть, если можешь, вперед подъедь, чтобы вы сфотографировали здесь. Они оставшиеся с римского периода. Была построена тоже в 3 веке при Галериусе, который предполагал здесь свой мавзолей. Но мечты его не сбылись. Он был убит далеко отсюда. При Феодосии правителе в Ротонде храм Георгия Победоносца. Турки в 1519 году использовали Ротонду как мечеть, поэтому рядышком появился минарет. Ну а сегодня опять храм Георгия Победоносца. Очень красивая мозаика. Толщина стен этого здания 6,3 метра и диаметр купола 24,5 метра. А если мы находимся с вами в старом городе, то это, конечно, также очень много старых церквей. Значит, и 7 век. Вот мы подъезжаем с вами к проспекту Софии, а все проспекты, они, друзья, перпендикулярны морю. То есть в этом городе легко ориентироваться, друзья, в отмену от Афин. В Афинах очень трудно, потому что много витиеватых улочек, пересекающихся, то есть там заблудиться особого труда не надо. За вот этим домом справа, сейчас, как мы проедем чуть вперед, можно заметить, виднеется храм Ахирупиитос, нерукотворный, 5 века нашей эры. Как видите, очень много таких вот. А у нас вот он виднеется. К сожалению, видите, центр, да, вот он красиво, хорошо виден. Центр вы видите, как стройка, да, и возле университета Аристотеля тоже стройка, друзья. Сюда сфотографироваться. Улицы старого города Салоники. Но у нас на даче тоже цветут еще. Чисто южная. Красота. Цветет одновременно. Да, смотрите, как замечательно. Как на юге у нас. Крыму. Здесь напоминает Крым. И здесь был район евреев, то есть при турках очень много прибывает в этот город евреев, гонимых христианским западом, особенно с Испании много приехало. Здесь была большая община в этом городе, внесшая, отметим, вклад достойный в развитие торговли и коммерции в этом городе. Ну а именно этот район определили для места жительства турки, евреям. Что касается христиан, то они были удалены в самые бедные районы, нищенские. Христиане могли жить в постройках не выше одного этажа. Ну, а себе турки выбирали, конечно, самые красивые здания, особняки в красивых местах, то есть особенно на набережной. Какого стиля были дома на набережной? Это не сегодняшняя набережная,
конечно, который больше классических зданий, то есть можете видеть, но особо они туристов не привлекают, вы видите одни руины, особо здесь посмотреть нечего, еще что-то продолжают, еще что-то хотят найти, наверное, но это один из 26 поселков, которые окружали еще античный город Ферми. Не волнуйтесь, друзья, я еще не затронула ни основание города, ни историю, так и скульптор итальянский Позелли. Это министерство Македонии и Фракии, так как этот город является резиденцией этого министерства. Также министерство присутствует в Центральной Македонии и одноименного муниципалитета. А мы с вами уже на улице Айю Димитрию. И с левой стороны вот нам показался храм святого Димитрия 7 века, куда мы с вами зайдем. Грешим мы не только делами, но и мыслями. По-моему, мыслями мы больше грешим, чем что-то творим. Ну, это я имею в виду нас. Так, друзья, мы спускаемся. Выходим, да? Храм святого Димитрия сегодня. Главный храм города. И хоть и много людей, конечно, это тоже и школьников уже приехали. Значит, мозаика 14 века, да? Совсем даже запах другой. Источник святой воды. Побывали. 20 лет нам исполнилось и в таком храме. Как бы продолжает. Это очень сильно. Дмитрия Солонского захоронили.
Да. В старом городе эта улица существовала и соединяла двое входных ворот в старый город Фессалоники. Значит, ворота новые золотые на западной стороне и восточные ворота, которые мы как бы с вами визуально представим, что они там были, это литейные ворота. Улица Эвенатия, на которой мы с вами и остановочку даже смогли сделать чуть ниже, она поближе к набережной, эта улица соединяла двое других входных ворот. Треугольник они давали использовать врагу стенобитные орудия. Ну, а дорога, по которой мы поднимаемся вверх, это был глубокий ров раньше, который заполнялся водой. С правой стороны очень красивый, можно сказать, любуется красотой города, храм Святого Павла, современный храм, который еще даже не полностью закончен. В этом городе, друзья, проповедовал апостол Павел 50-е годы, так как в этом городе им была организована первая церковь. Значит, вот в Афинах он выступал, но его речи не имели ожидаемого резонанса там. Значит, ну и всегда второй этаж, он нависает над первым в виде балкончика или просто висячий этаж. Видите, все дома вот этого стиля. Первый этаж раньше это было складское помещение или ремесленническая мастерская, а второй это уже жилая площадь. Много таких домов было разрушено то какими-то бедствиями в ходе войн, а также и разрушали такие домики, строили уже высотные дома, как мы называем, современные спичечные коробки. Но в 1975 году выйдет закон, по которому именно в этом районе, в Верхнем городе, это все частная собственность, частник может разрушить свой старый дом, построить новый. Внутри планировку он сделает так, как ему заблагорассудится, но внешний элемент архитектуры он не имеет права изменить. Сейчас мы дружно идем сразу. Скажем в тумане, пока еще город не проснулся, да, вот это я так и называю, солнечная дымка. Алиса там находится, там, и завтра мы ее увидим вблизи. И так как мы уже выехали из города, мы сейчас находимся на объездной города Фессалоники, поэтому будем любоваться городом. Полное захоронение. Маринчик. Да, благодатное место. Тихо. Смотри, вот он. Собирает мед. Ну да. Ну пойдем. Смотри, какая розочка красивая. Замечательная розочка. Как они сохраняют их, а? Прелесть. Холм, под которым
Гробница находится Александра Македонского, Филиппа II. Место первой столицы Македонии, город Эгги, а уже позже, это еще при Аминте. Водопад Эдесса, в городе Эдесса.
Сколько же вода, да? И ветры вылетели в породу так. Деревья растут. Удобнее каштаны. А, с интересом. Сколько спросил? Видите, у вас кушать дизе? Это, между прочим, какой-то интересный цветочек. Посмотри, ближе его сними. Смотри, какой интересный. Полина, каун, да. Ну и что? Автобус. Сюда мы заходили только вот где видите вот эти крыши крытые. Вот только вот это мы подходили туда и уходили обратно. Здесь вот эти руины, то есть этих камней по всей Греции очень много. Поэтому особо здесь смотреть нечего, а 6 евро забирать. Это как бы остатки великого. Это остатки второй столицы. Да, второй столицы это город Пела. Вот здесь где-то было Элла. Да. Что не копьешь, все попадаешь куда-нибудь. Там, где колонны, жили богатые люди. Города Пелла. Но дом македонского не сохранился. Конечно, он разрушен. Что осталось вот с того времени? 325 год до нашей эры. Вы видите, мозаика 325 год до нашей эры.
Видите, те орнаменты встречаются вот из растительного мира, как украшены там в музее кровати. Видите, вот этот вот рисунок в углу. Наш отель. Прямо в небо. Крыша рядом, но с другой стороны небо рядом. Ночью красиво, когда звёзд на небо. Наш отель. Кидики. Очень интересно. Их очень много здесь, я заметила. Где мы? А мы здесь вот. Где? Заметьте, в Германии часовенки выносные. Угу. Тоже. Это прудик здесь. Угу. Это вилла уже. Да, неплохо живут. Угу. За Крым, берег Эгейского моря. Уже ветерок. Здесь везде дикий пляж. Нет, у нас. Вот здесь мы искупаемся. Прекрасное Эгейское море. Халкидики. Халкидики. Вот здесь мы искупаемся. Эгейское море. 21 октября. Пустынный брег.
гора Алим. Такая в дымке. И, конечно же, когда Олимпийские игры проводили, конечно же, приносили жертву богам в виде быков. Но боги жаждали только дым и аромат жареного мяса, поэтому само мясо доставалось, конечно же, атлетам. Ну, Олимпийские игры, вы знаете, где проводили? Порвать с дерева и предложить другу, это делать не стоит. Это, можно сказать, горечь страшная, терпкость. Иногда оно и долго будет во рту помниться. Я знаю, один друг другу предложил. Не разговаривали, по-моему, 3 дня. Даже в разных концах автобуса сидели. Врачи выступали к врачам, что не надо. Можете пить, конечно, они согласны. Повредить эта вода из листьев оливы не может, но они настаивали, что надо ходить к врачам. То есть не надо только этой водицей еще 1-2 поворота и увидите море. То есть очень хорошо просматриваются подходы к Фермийскому заливу. Если там показывались какие-то незнакомые корабли, сразу же отправляли, то есть больше как наблюдательный пункт. Еще раз увидим эту крепость, когда будем возвращаться. Софин тоже будем проезжать, правда, увидим уже ее с подсветкой тоже. Есть деревья, из которых отжим прекрасный, то есть большой отжим на масло. То есть есть деревья, которые вот... Дорогие дамы и господа, мы в ущелье Темби. Протяженность этого ущелья 8 километров. Расстояние между двумя берегами внизу 40 метров где-то приблизительно. Но когда вы поднимаете взор кверху, ближе к небу, это расстояние заметно увеличивается. То есть такое впечатление, что вы находитесь в амфитеатре. То есть сама природа создала такой красивый ансамбль, можно сказать, как меня русские научили, бесстыдница, говорит называть это дерево платан, потому что кору снимает, раздевается. Ну и очень много лавровых деревьев здесь. То есть летом очень приятно погулять среди деревьев, зелени, спрятаться от зноя, от жары. Также на другой стороне, на другом берегу реки Пиньос, там находится известная церковь Святой Параскеви, рядом с которой источник знаменит, что водица это помогает людям, страдающим глазными болезнями. Ну и церковь также известна, хотя здесь нет какого-то города рядом, но заказывают из Салоники, из Вери или из других городов, которые уже в Фессалии. В церкви заказывают всевозможные обряды и крещение детей, и венчание молодых. И конечно, там же есть рестораны, которые вечером работают, то есть можно заказать также угощение своим приглашенным. Также там находится памятник воинам, грекам, погибшим после сражения с немецкими оккупантами, направляясь в сторону Афин или в сторону Метеор, как мы едем сегодня, ущелье Темби. Ущелье Темби позади. Очень много сейчас
друзья. Часто мы видим греков-путешественников. Они, конечно же, обожают свою страну, очень любят здесь путешествовать и более подробно знакомиться со своими достопримечательностями. Всех. И Константин начинает, то есть отправляется на решающее сражение, на море оно должно состояться. Он выйдет на кораблях из Галлии в сторону Италии, и как раз тогда ему явился на небе лучезарный крест, и он услышит глас: «Сим знамением победишь». Город Каламбака вблизи Метеора. Мы напротив находимся. Пойдем посмотрим на ту сторону. Готовьте ваши фотоаппаратики, так как чуть-чуть Моисей потом притормозит, и вы сможете сфотографировать очень интересную скалу. Я ее называю дубинка Геракла, хотя у вас, может быть, будут какие-то другие ассоциации. Было 24 монастыря, сегодня осталось только 6. 4 мужских и 2 женских. Один монастырь Николая Анаполса. После разрушения монастырей, после грабежа, который провели. Вот дубинка Геракла, друзья. Вот так вот сфотографируйте, и мы дальше поедем дальше. Ну, фигня это. Подожди, закрывай. Вот уже монастырей. Это все работа немцев, которые бомбили с высоты, сверху, с воздуха. И осталось только 6 монастырей. Вот немцы бомбили. 2 монастыря, которые опустеют, придут женщины-монахини, которые через, можно сказать, дадут новую жизнь этим монастырям, то есть отреставрируют. Там пещерка есть с ленточками, которые мы проехали. Это монастырь Николая Анаповса. Когда монахи вели аскетический образ жизни, они каждое воскресенье собирались внизу под скалами. Там есть скит Дубхьяни. Хочешь фотографироваться? Не знаю. Левый уголочек, как жаба. Да, точно. Да.
А это, я говорю, слон. Голова мамонта. Это точно, он такой. Метеоры. Лес справа у нас с ленточками. Там раньше когда-то жил аскет, но после его смерти стали вот в эту пещерку молодежь частенько поднималась. Но теперь это как одна из традиций. В день празднования святого Георгия Мандыла, Мандыла так и называется, повязочка, галстук можно назвать. Молодежь поднимается старыми методами, то есть по веревочным лестницам, к этой пещерке, там развешивают такие вот разноцветные ленточки и затем танцуют традиционные танцы. В день празднования Святого Духа молодежь, только парни, поднимаются на скалу Святого Духа, где раньше Филакес, по-другому, если перевести, тюрьма. То есть туда уходили монахи, которые, ну, что-то нарушили или режим жизни монастыря, или ослушались игумена, или даже, чтобы наказать свое тело, наказывают себя. Или святой Варвары был ограблен немецкими оккупантами, поэтому старое название сохранилось, Русану. Даже, ну, точной информации нет, то есть или же предполагает первый монах, который поднялся на эту скалу, так его звали Русану, или Русанус, или есть такой поселок Русану, монах был оттуда родом. Первое название так и закрепилось, Русану или Святой Варвара, это уже когда женщины прибудут в этот монастырь. Два моста, которые соединяют скалу с монастырем, соседними скалами, были построены, поставлены на деньги, на средства жительницы села Костраки Дафни Бука в 1936 году, то есть облегчают восхождение на эту скалу. Раньше сюда никого не пускали вообще, не только женщин, то есть сюда никто так особо не приходил. Монахи поднимались, спускались по веревочным лестницам. Ну а что касается ступенек, туннелей, мостиков, которые были сделаны, это уже, друзья, после 1922-23 года, когда монахи решили открыть двери для всех желающих побывать здесь, увидеть монастыри. Вот тогда и были проведены вот эти дороги, по которым мы поднимаемся. Раньше их не было. То есть дороги, две дороги ведут к наскальным монастырям. Одна, по которой мы с вами сейчас поднимаемся, и по второй мы будем выезжать с Петер, то есть вы еще увидите. Ну и завезем вас в одно очень красивое, интересное место, откуда видно со скалы, видны 5 монастырей. Мы сейчас направляемся с вами в монастырь Варлаама на скале высотой 550 метров над уровнем моря. Но не думайте, что вы сейчас так много будете. Сейчас выходим. Каждый платит за вход 2 евро. Вначале идем сразу. Ай, этот тоже едет, блин, Клинтон. Билл Клинтон. Думаю, может, другой какой поедет. Нет.
Yeah.